Наконец-то отправляемся в лес, хоть немного почувствовать природу. Сейчас я вам по секрету покажу, как в лесу ведет себя природная ведьма. Мы ее отпускаем одну. Просто наблюдаем за ней, потому что это что-то нечто. Вот это мощное дерево, конечно. Знаешь, как понять, чтобы понять, это твое дерево, оно примет тебя или нет? Знаешь, что как? Надо делать? Руку приложить? Нет. Вот так знакомиться с ним. А теперь вот так раздвинуть руки. И мысленно говорит, прими меня. И если дерево тебя потянет к себе, да, оно меня уже тянет. А если потянет, значит, это она принимает тебя. Если она оттолкнет тебя назад, оттолкнет. И начинаешь просто с ним уже общаться уже. Как классно. Какие корни. Огромные, высокие. Видишь, как она подтягивает? Это надо просто каждому дереву подходить и узнавать. И оно тебе поможет. Если она тебя притянула... Ты говоришь, ты она. Можешь... Ты имеешь в виду душа? Внутренний или что? Энергетика. Энергетика? У деревьев только энергия есть. Хорошо? Они по вибрации, вибрация Земли и вибрация космоса. Почему они идут всегда кверху, тянутся? И значит, две вибрации, земная и космическая, вселенная из вселенной, соединяются вместе. И вот начинается, они начинают вибрировать. Почему я слышу шепот их, да? Это не шепот, как мышь, там разговор, а по вибрации они рассказывают мне, что они видели, что они слышали, что происходило здесь. Хотите обнимать, вообще нельзя, он тебя не знает. Ты сначала... Ты тоже сам как к незнакомцу подойти на улицу, да, и начать обниматься. Обниматься, понимаешь? Он тебя вообще не знает. Тогда надо сначала подойти, чтобы он тебя принял. Если примет, потому что многие деревья капризные. Почему ты именно это выбрала? Куча же деревьев в лесу, а ты подошла именно к этому. Обратите внимание, это она очень отличается от всех остальных. Березовая роща, среди березовой рощи, я даже не хвойная, ель, просто причем очень старая. Опять начинаешь. Ну, у меня все деревья. Просто... И когда она тянет, ух, как хорошо, и она тянет, притяжение делает, значит, она согласна, понимаете? А когда она отталкивает, значит, она не согласна. Не пускает. Не пускает. Тоже свое личное пространство. Другое дерево. Не обижаться, а просто говорить, да, я поняла. И идти к другому дереву. А это здесь делает, знаешь, это на желание для девушек. А я знаю, что нужно перешагнуть через него, да, так? Да. А хотите с ней, подожди, хотите сами загадать желание? Сейчас Марина загадает, перешагнет, я перешагну, и вы вместе. Не знаю, получится ли дистанционно это сделать, мне кажется, это будет очень круто, да? Угу. Давай, Марина, загадывай, потом я. Не знаю, я не умею загадывать желание. Короче, понятно, что и так все сбывается. У меня и так. Да, я не хочу их принуждать, но когда девочки придут в лес, для начала энергетику очищать, а вот потом подходить к другому дереву, к березе, особенно так, загадывать желание и, опа, и проходить через него. Но в желании должен быть шаг. Шаг – это вперед, правильно? Не бойтесь упасть, не бойтесь ничего. Просто шаг вперед и загадывайте желание. Загадывать желание.
и, ой, извиняюсь, это я по-своему уже, загадываешь желание и делаешь шаг вперед. Вперед, но здесь я не могу, потому что я могу брать, надо вот эту штуку. Давай берем. Шаг вперед, но я не правша вообще-то, я левой ногой. А девочкам говорю... Важно, с какой ноги? Или как потянет? Для меня вот как потянет, да? Вот как потянет, вот тут так и идите. Не заморачивайтесь. Ой, она никогда, ты моя солнышко. Все, и ваше желание сбудется. Что мы выбрались на природу, в эти леса. А там что такое? Пойдем, пойдем. Пошлите, посмотрим. Мох, смотри, очень красивый. Много мха. Я обратил внимание, помимо цветов, ягод, здесь очень много папоротника. Папоротник, он же вообще считается одним из самых магических растений. Да. Есть такое поверье, что в ночь на Ивана Купала нужно искать цветок папоротника. Конечно, знаешь, все ученые говорят, что у него нет цветов, там, что он же особым образом как-то размножается какими-то спорами. Я вот, знаешь, Я сколько лет работаю, и вообще это мой самый любимый, самая любимая трава, папоротник, да? Но, честно скажу, я не могу сказать, что у него есть цветок, потому что я еще ни разу не видела, как растет папоротник, честно. Растет или цветет? Цветет, извиняюсь за выражение, цветет. Я вот, думаю, кстати, что нет у него цвета, это выдуманная история, но я как бы не могу сказать, есть или нет. Говорят, что цветок папоротника в мае начинается распускать. Я каждый май выхожу и ищу, а в итоге... Я не ищу, я просто хожу в лес каждый, ну, когда в Португалии, каждый раз была, каждый день в лес ходила. Я не видела, чтобы цветок... Вот пока не могу, это, я не могу сказать, знаешь, я тоже человек, я сначала своими глазами увижу, а вот потом уже делаю. Здесь даже грибы, Марина. А что это такое? Какие-то специальные на деревьях растут, да? Я не отравлюсь? Нет. Если я отравлюсь, то хоть это будет снято. Знаешь, на что похоже? Вот когда-нибудь ели сельдерей, вот на сельдерей, да? Короче, если наступит конец света, мы уезжаем в лес и прокроем все точно. Да, это не отрава, не... Папоротник вообще едят. Я ем такой папоротник, и еще засаливают его вроде. Так? А интересно, варенье можно из него сделать? Мне кажется. Ты знаешь, я не знаю. Варенье из папоротника. Я придумал тебе крутой продукт. Варенье из папоротника. Интересно, он есть? С черной крышкой и с крафтовой упаковкой. Вау. Брыжет идеями, Никита, как всегда. Все. Мы ее потеряли. Как нам пробираться? Заросли. Просто послушайте истинные звуки природы. Оль, получается прибираться? Чем мы говорили, прямо пошли папоротники. Вот один, вот. Тут Марина связывается с хранителями леса. Не буду вам показывать. Здесь прям очень много каких-то то ли ягод, то ли цветов. Непонятно. Заросли крапивы огромные. И что она начинает делать? Поднимать. Я уже начинаю раздеваться.
положение мое. Поднимаясь с земли. Страшно, потому что сейчас Марина начала работать и выходит из нее то ли сущности, то ли что-то еще. Прямо нечеловечное.